ваш машине. Пошел по примеру своего брата. Брат у меня хоть был и именно прям наших вооруженных сил в ЧВК Вагнер, но все равно, соответственно, защищал нашу родину. Были мысли, думал, собирался. Пришел момент, когда понял, что уже надо, потому что я из области, по которой, соответственно, враг работает очень часто. Не так уж далеко от дома, буквально там на 4 километра прилетало. Там, с матерью там бывает созваниваюсь, там вообще рядышком уже прилетает. Ну, как бы сподвигло это пойти сюда и защищать свою родину. Конечно, добровольно. Кто, если не мы? Сначала у меня тесть ушел добровольно. По его стопам я, а по моим стопам сын. Я являюсь многодетным отцом, у меня 5 детей. Старший уже заработал медальку за отвагу. Придется мне теперь этого добиваться. И я хочу показать пример своим сыновьям, чтобы они также любили, ценили и защищали нашу родину. Точно. Все мои братья, ты здесь, все воюют. У сестры муж воюет. Все. Самый младший остался дома. Заронились. Защищать надо. Все хорошо. Самое главное, чтобы дома ждали. Если дома ждут, то и враг не страшно. Машина себя показывает хорошо, со всех технических характеристик, которые присущи. Быстрая, маневренная, точная. Хорошо преодолевает, соответственно, прошедшие такие препятствия, как дожди, грязь. Соответственно, машина в рабочем состоянии, все прошло. И сейчас новый сезон. Новую экипировали нашу машину, чтобы не так заметно было врагу. Нам поступает непосредственно перед выполнением боевой задачи. Редкие случаи, соответственно, если уже работаем там по переху где-то, там бывает, ходим там, ну, посмотрим сами уже, соответственно, где проехать, как, соответственно, удобнее нам, с какого угла зайти. Со стороны противника в нашем случае это получается, ну, только минометные обстрелы, они нам особо не грозят. Крупнокалиберных снарядов видим редко, которые прилетают, которые что-то нам могут повредить. Ну, может, в связи с отсутствием данных снарядов, соответственно, нашей хорошей маскировкой. Соответственно, дроны только что прилетают. Ну, у нас, соответственно, машина доработана для того, чтобы враг смог нам что-то сделать, повредить нашу технику.